Чебоксарские ястребы вышли в плей-офф в баскетбольной суперлиги второго дивизиона. По итогам регулярного чемпионата России по баскетболу в суперлиге 2 ястребы заняли 5-е место. В четвертьфинале им предстоит встретиться со строителем из Энгельса. Первая игра пройдет в Чебоксарах 4 апреля. Потом команды переедут в Энгельс, где в одной или в двух встречах решится судьба выхода в полуфинал. Для этого одной из команд нужно одержать 2 победы.